Привет! В этом обзоре поделюсь впечатлениями от использования маски для волос с голубой пижмой от Джованни. Средство объемом чуть более 50 мл в пак-пакетике с закручивающимся запаянным колпачком. Продукт веганский и имеет сертификат cruelty free. Может подойти для разных типов волос. Содержит различные синтетические компоненты, включая силиконы. Добавлены глицерин, валан, органические экстракты гаультерии, синие пижмы, мелиссы, лаванды, ромашки, черники, алоэ вера и прочие ингредиенты. Продукт должен улучшать текстуру волос, укреплять волокна, разглаживать секущиеся кончики, увлажнять, делать пряди эластичными и послушными, помогать от раздражения, придавать волосам красивый блеск, защищать и предотвращать их ломкость. Маска белого цвета с синеватым отливом, густой кремовой консистенции, с легким цветочным ароматом. Средство рекомендуется нанести на волосы от корней до кончиков и оставить на 5-10 минут. Однако силиконосодержащие продукты я применяю, отступая от линии роста волос. Из-за плотности маска распределялась неравномерно, и нужно было тщательно ее смывать. Чтобы волосы не склеивались прядками, требовалось совсем немного продукта, и одной упаковки хватило на несколько использований. Маска устраняла пушение, смягчала и распутывала волосы. Они выглядели блестящими и ухоженными. Увлажнение или уменьшение ломкости не наблюдалось, и улучшения были скорее визуальными. Спасибо за внимание и пока-пока!